Комиссия Качанавской исправительной колонии отказала экс-премьеру Юлии Тимошенко в смягчении условий отбывания наказания. Сегодня в течение 2 часов на территории больницы Укрзалезницы члены пенитенциарного учреждения, защитники Тимошенко и общественные деятели обсуждали такую возможность. Они решали дальнейшую судьбу узницы, которая обратилась к тюремщикам с просьбой облегчить ее изоляцию. Но Тимошенко единогласно отказали, даже невзирая на ее предложение выписаться из больницы. Одной из главных підстав, яку комиссия наголосила, відмовляючи Юлію в цьому клопотанні, в заяві, це те, що вона знаходиться на реабілітації, медичній реабілітації в Качанівській колонії. Юлія Володимирівна погодилася навіть на те, що написала заяви сьогодні і керівнику колонії, і керівнику головному лікарю Центральної клінічної лікарні про те, що вона вимагає її виписати. Навіть для, попри те, що вона потребує і операції, попри те, що їй тяжко пересуватись, все рівно для того, щоб був ковток свободи, як вона каже. Защитники вважають це рішення заангажованим і будуть через суд питатися його упразднити. Керівник Качанівської колонії, полковник Колпащиков, вже прийшов на засідання цієї комісії з готовим рішенням, яке після нетривалого обговорення було оголошено без жодних поправок на позицію, яка була висловлена як Юлією Володимирівною, так і її захистом. В свою очередь, представители пенитенциарной службы объясняют лишение льгот для осужденной Тимошенко тем, что она имеет 5 взысканий за время пребывания за решеткой, а еще не может работать, как этого требует Криминальный кодекс Украины. Мы не можем охарактеризовать никаким образом от работы, в первую очередь, потому что 9.02, это тогда, когда Тимошенко была переведена в отделение социальной реабилитации там у нас в Качановской колонии, она тут же написала заявление о том, что она не будет выполнять условия режима и не будет привлекаться, так как она хочет, к работе в колонии. Что касается поведенки, значит, у нее есть 5 взысканий. Да, они все закрыты по времени уже. Значит, но 2 взыскания было у нее в Лукьяновском СИЗО и 3 взыскания у нее были в колонии. Тюремщики также сообщили, что следующее ходатайство об облегчении режима Тимошенко имеет право подать только через год. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».